Флаг в руки, фанатский шарф на шею и барабанный сектор. Десант болельщиков футбольной «Волги» высадился на стадионе «Старт». Правда, не в Ульяновске, а в Саранске. До начала главного матча очередного тура первенства России среди команд «Зона Урал-Приволжье» второго дивизиона несколько минут. В зимней паузе чемпионата «Волга» приобрела трех новичков. Среди них Марат Сафин, один из самых квалифицированных воспитанников ульяновского футбола. Болельщики ждали его возвращения 2,5 года и надеялись, что с его помощью команда одолеет принципиального соперника. Однако на поле Сафин так и не появился. Накануне матча он простыл и в протокол матча не попал даже в число запасных. Я думаю, Марат помог бы в любом случае, поэтому мы наигрывали его в пресезонке в составе, но случилось так, как случилось. Не смог принять игру. Но у нас есть игроки, которые вполне могут его заменить. Как бы конкуренция есть. В первом тайме «Волга» играла не только против ветра, но и против собственной зажатости. Не удалось справиться ни с тем, ни с другим. А на экваторе тайма и вовсе случилось пропустить гол. После навеса со штрафного Михаил Маркин опередил всех защитников «Волги» и головой отправил первый мяч в ворота голкипера Максима Павлова. 1-0 Мордовия после первой половины игры. Игра вообще и первый, и второй тайм получилась довольно-таки тяжелой. То есть соперник тоже неплохого уровня. Вот. Ну, удачный стандарт, ну, вот, который привел к голу. Слава богу, что забили. То есть, как бы, и получили еще дополнительные эмоции от этого мяча. Во втором тайме «Волга» играла гораздо активнее, однако до опасных моментов дело практически не доходило. Мордовия уверенно справлялась со всеми ульяновскими атаками. На последней минуте волжане пошли ва-банк и получили в ответ голевую контратаку. Максим Астафьев со своей половины в одиночестве убежал на рандеву с Максимом Павловым и реализовал своеобразный буллит. 2-0 в пользу Мордовии, которая практически гарантировала себе выход в первый дивизион. Победы! Желаем такой же хорошей, удачной игры первой лиги. Всем спасибо. Поражение в Саранске отбросило «Волгу» со второго места в турнирной таблице на третье. Следующий тур чемпионата волжане пропускают и теперь сыграют только 21 апреля в Челябинске против местного одноименного клуба. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды» из Саранска.